Здравствуйте, я Песковская Любовь Александровна, мне 58 лет. У меня были проблемы с кишечником, это затруднительная дефекация, это когда не можешь каждый день в туалет ходить, это вздутие, тяжесть, общее состояние, ну, не очень было. Проблемы решала лекарствами. И еще больше стала пить лекарства. Но, ну, как бы хуже стало. Но легче от этого не стало мне. А народными средствами тоже пробовала, но тоже как бы, ну, легче не стало. Да, начала принимать продукции БАДы Тиньши. И стало легче, стала ходить в туалет после каждой, да, регулярно стала ходить в туалет каждый день после еды. А проблемы у меня еще были со зрением, пила чернику форте, но тоже ни результата такого особого не было. Пила курсами по полгода каждый раз в течение 3 лет. Сейчас стала принимать цинк, а продукцию тиньши стала принимать, ну, где-то 3 недели. Ну, уже стало, уже результаты пошли, стало лучше видеть. А очки стало меньше уже носить, меньше, лучше стало видеть. Проблема у меня еще варикоз вен. Сильно болели ноги, стала пользоваться стеком. Намного легче стало, вены наполовину убрались, боли уже нет, и сплю хорошо. А то были очень, болели ноги, когда спала, даже просыпалась. С варикозом я знакома уже с детских лет, ну, где-то вот со школы. Да, ходила к врачам, предлагали только сделать операцию. Не стала делать, потому что сделали моей сестре операцию, и ей не помогло. Я испугалась, не стала делать. Из продукции принимала, ну, пациент какие-то замки для цепс, омегу-3 стала принимать для профилактики масла чеснока. Ну вот омега-3, она, да, она хорошо, она помогает. Я вообще люблю омегу. Тем более с облепиховым маслом, я вообще эту омегу обожаю. Для нашего возраста надо принимать омегу. Да, давайте прощаться, до свидания. Всего доброго.